Так, следующий вопрос. Блин, сейчас надо поставить. Не Стой. Здорово, бандиты! Один камеру вырубай, другой включай. Вырубай. Нет, уже идет все. Замудохали вы. Давай. Не слышно ничего. А пахнет же. Не знаю. Так, вопросы. Серег, давай. Ну сейчас он уйдет, как я буду снимать, если он стоит. Давай. Вопросы. Давай. Нет. Да. Да, выкладывает. Ой, тебя все равно там не видно было. Так. Да подожди. Надо камеру поставить нормально. Ну, ты говорил, да? Баранки. Хорошо. В старости каким вы себя видите, когда будете уже на пенсии старые? Как вот болтаем сейчас? Как вы будете жить? Где? Нет, ты откуда знаешь? Да, зачем наговариваешь на человека? Он вообще пить не будет. Ну, он же мне то видео. Он футболистом будет, да? А футболисты не пьют. Они пьют. Ты дебил? Ты кого футболистов алкашов видел? А кто алкаш из футболистов, скажи? Всем футболистам по 21 году. Не всем. Да, так, не всем. Вы спорить будете? В 30 лет уже карьера заканчивается. Ну, а ты в 30 лет, значит, на пенсию лошара пойдешь. Нет. Да. А что ты будешь делать? Я сделаю футболист. Так, чтобы я был тренером футболистов. Тренером? Да, я буду тренером. Заноза моя. А, нет. Ну, Кирилл, ну давай. Я не знаю. Что, ты не фантазируешь ничего в голове? Нет, конечно. Вань, давай тогда к тебе вопрос. Я сказал уже. Он с Кириллом знает, что про старость? Угу. Ну, что делать-то, старость? У меня... Буду на пенсии только сидеть. И вот. Ну, там путешествовать, что ли, не будешь? А сколько мне лет будет? Может, куда ты захочешь поехать? А сколько мне лет будет? 60. 60 лет. Как вот Люси сейчас. 60 лет. Будет. Бабуля, значит, старше. Угу. На 6 лет. Бабуля сколько? Бабуля 66? 66 сейчас бабуля? Или 67, не знаю. Угу. Да, старше бабуля. Старше всех это вроде баб Нина или баба Маша. Угу. Баба Маша, потом баба Вера, потом баба Нина, потом баба Таня. Да? Угу. А потом Люська. А потом ты. Такой. Ну, вопрос-то давай-то. У тебя родятся дочки, как ты их назовешь? Если дочки. Я не знаю. А я не думаю. Реально? Это в шутку. Каких домашних питомцев заведете? Я кошку маленькую, котенка. Я заведу кошечку, собаку, овчарку немецкую. Угу. Еще не знаю. Белку. Да, белочку заведу себе. И хомячка. Хомячка заведу. А попугая? И попугая. И попугая заведу. А рыбок? Рыбок заведу. А кем ты работать будешь, что ты столько прокормить сможешь такую ораву зверей? Да. Кем работать будешь? Я у жены деньги возьму. А работать я кем буду, я не знаю. Ну кем ты, какую ты профессию выберешь? Я не знаю. Он, наверное, боксером будет. На бокс будет ездить везде. Вот Ваня уже знает, что он пойдет футболистом. Хочет учиться. А вдруг он будет там? А ты? Нет. Я тебя обдуривал сейчас. Я тебе такой подкат сделал офигенный. А мы без подкатов играли тупой. Ну вот смотри. На футболе еще надо быть слуховым аппаратом. Вот скажи. Космонавт. Полицейский, я не знаю. Таксист. Вообще не знаю. Таксист. Нет. Ну, он Кирилл говорит, что у него вилла будет. Кто будет? Вилла. О, вилла. А у меня тоже как вилла. Он даже не знает, что такое вилла. Как он говорит это? Что такое вилла? Большой-большой дом на берегу моря. У меня будет большой дом. Трехэтажный. Пятиэтажный? А не спроси, какая у нас машина будет. Какая? Ванек, ты первый отвечаешь. Окей. BMW, Гелик, Порш, Ламборджини, Урус.
Что там еще? Где-то я забыл. Вертолет, охрана, полиция у меня будет своя. И охранники с вертолетами. И в жизни ты на той тачке ездишь, да? И ДПС будет со мной ездить всегда. Типа я такой футболист знаменитый, что со мной будет. Если ты найдешь 1 000 000 рублей, что ты сделаешь с ним? А про мою машину, жучара. Че, сидим? У меня будет охранники. Ну, давай рассказывай. У меня будут охранники и БМВ и гелик. Давай рассказывай про свою машину. У меня будет бумер черный. Черный бумер. Да. С номерами 000. А вот это значки, номера. Ты мне говорил. Слушать надо. О, 777, Так, у него московский регион. Он, короче, у него номер московский. Я еще себе какой-нибудь джипак большой заведу. Может, Хаммер. Следующий вопрос. Вот сейчас ты найдешь 1 000 000 рублей на улице. Идешь раз там или выберешь в лотерею. На что ты потратишь? Кем, а что так мало? Миллион, да. Ну давай 10 000 000. Я и... Вань, сядь сюда поближе, тебя не видно в кадре. Я, короче, возьму деньги Сереге на мотоцикл, куплю. Нормальный мотоцикл ему куплю. Какой он мечтает, да? Да. Куплю тебе... На тебе пару денег отдам. Ну, пару. На джип, что ли? Пару. На что ты там хочешь? 5 000 000. А себе что купишь? А папе? А папе я за место вонючей семерки, которая... Не, семерка прикольная. А семерку я Сереге... Семерка Сереге будет, а папе я тоже какую-нибудь тачку куплю. А себе что ты купишь? А себе копить буду. Чтобы когда мне было 18 лет, у меня конч машины была. И в мне десятку. Так у тебя там с 10 миллионов ты можешь сейчас уже купить. Не, я лучше копить буду. Я же вам 2 машины куплю. Это у нас 4 машины будет. Да. Ваня, а ты если найдешь деньги, на что потратишь? В приют. Какой приют? Какой-нибудь. Ну какой? Собачий или человечий? Детский. Детский дом. Детский дом. И что, ты все деньги отдашь? Ну да. А бабуля, мама, что, не поделишься с ними? Не знаю, я вышла, буду с ними все равно делиться. Я там машину куплю какую-нибудь. Че ты ржешь? Он не ржет, он кашляет. А зачем в приют? Там детский дом, это же государственная организация. Их там кормят, поют, одевают. У них все есть, одежда там. А? Точно. Значит, все деньги оставлю. А что купишь-то? Одежду все клевую. На самолете в Германию полечу и оттуда привезу 2 тачки. Я точно себе одежду нормальную куплю, крутую. Спасибо за идею. Ты лишь бы меня заскамить. Но я не все деньги на одежду потрачу. А что ты оставишь? Если оставлю, буду опять машину купить. Дальше. Ну давай. Дальше, да? Так. Какой день был, когда вы были счастливы? Этот день надо рассказать, из-за чего вы были счастливы. Что произошло такого в день, днем, что вы такие счастливые стали? Что вас осчастливило? Этот день был очень веселый. Ну, что за день, расскажи, что происходило? Ты только выходишь из больницы, и у папы на руках вот такая вот вещь. Ты, да? Да. Ну ты же не помнишь этот день, а надо, который ты помнишь. Ну мы, короче, берем, накрываем на стол, ждем наших родственников. День рождения мой. Так, Вань, теперь ты. Сейчас задуматься. Я даже не знаю, что сказать. Че, ты родился? Ты родился, я был рад. Счастлив день, когда ты был счастлив. Родился ты рад. Когда я поехал к другу на Новый год ночевать. Вот ты был счастлив, да? Второй день, когда вы были счастливы. Хватит облизывать стул. Кто его потом мыть будет? А ты шоколадку. А ты шоколадку. Да, ты шоколадку, а ты стул. Лизуны, блин. Давай. Зато меня на видео не засняли. Ладно, давай. Второй день, когда вы были счастливы. Вот вам в тупик я вас ввожу. Вопрос сложный. Я был счастлив, когда поехал домой. Когда? От друга на следующий день. Слишком легко. Давай. Я был счастлив. Мне потому что нету думать. На прошлом день рождения. Да опять легко. Вы повторяетесь, давайте что-нибудь новое. Окей. Ты что, есть хочешь, отрезать тебе еще? Отрезай, или ты не можешь отрезать?
Красный ножик. Да иди ты нафиг, задолбал уже со своим мотоциклом. Бери. Да иди снять нормально. Гера, у тебя сейчас деньги будет требовать. Я знаю. Не учу, учу. Снеж говна моченого. Еще будет самый счастливый день, когда один раз Кирилл. Не знаешь такого, нет? Когда один раз мы пошли все в поле с друзьями. И девочка одна Кириллу говорит. Что говорит? Подними баллон мне. Кого подними? Баллон. А, эту историю я знаю. Кирилл поднимает баллон как дебил. И девочка одна ложится на Кирилла. Ну ты, Ванёк, была бы. Ну ты, Ванёк, была. Ну я же не, не сказала, какое имя. Ну ты, Ванёк, была бы. Вообще все не так было. Не так все было. Я баллон за секунду подниму. Когда ты ее начал, Кирилл. Я баллон за секунду подниму. А что ж ты упал? Лежал, лежал, и она на себя упала. Велосипед такой интересный. Короче, там был баллон, я бы его за секунду поднял. Внутри баллона были кирпичи засунуты, чтобы его никто не подняли. Я начал кирпичи доставать. Вот я, а вот эта баба, она ёбнулась, и там три человека. Вот этот, Лёха и Рома побежали за мной, думали, что я там бабу, и хотели мне морду набить. Ну, такая история. Хорошая история. Чё хорошего? Не знаю, чё хорошего, то, что вы рассказываете. Ладно, давайте. Какой предмет ваш нелюбимый в школе? Английский. Английский? Поддерживаю. Почему вы не любите английский? Заебал, потому что. Ну, хватит материться. Что за мат-то? Потому что там все непонятно. Какой ваш любимый предмет? Физра. А знаете ли вы таблицу умножения? Ты знаешь, Вань? Я да. А ты? Ты знаешь? Немножко. Ну, я тоже немножко. Ну, как немножко? Не знает вообще. Ну, давайте проверим. 7 и 5. 7 умножить на 5 – 35. Вань, 8 и 5. Не знаю, мне надо повторить. 40 должно быть. Да, 40. Ладно, ваш любимый фрукт? Апельсин. Твой? Ягода у меня есть самая любимая. Ну давай, какая? Этот. Ну вот такая вот гигантская зеленая ягода. Авокадо? На название это ягода, скажи мне. Абуз. Арбуз. Абуз. Ваш любимый фильм? А можно сериал? Да. Чернобыль, зона отчуждения, мир, дружба, жвачка. Ваня, твоя очередь. Патриот 1, а Патриот 2. А теперь твоя любимая песня. Надо напеть ее. Все песни из Чернобыля. И все песни из мира. Напой какую-нибудь. Ну, Бима. Ну, давай, напой. Я не знаю. Рок, Бима. Я не знаю, как она поется. Напеть не сможешь, да? Ванёк, а ты твою любимую песню? Я сериал называл. Называл. Патриот ты называл. А. Когда он бежит и поет. Запахло йодом. Запах. Да, чё, там без чё-то... мата это? Я не знаю, пойду. Всё поняла. Запах, ничего там поется. Там воды что-то. А я поняла, какая песня. Тут все мое. Ну, короче, он там с портфелем. Расскажите вы, короче, как вы планируете завтра провести день Пасха? Я планирую пойти по домам до кладбища, найти на кладбище кучу конфет, принести эти конфеты домой или просто позвонить тебе. Угу. И сказать: мам, срочно приедь, у меня тут пакет перегружен, мне нужен новый пакет. Ты мне там брум-брум-брум-брум-брум-брум, спустя 10 лет приезжаешь, меня не находишь. Где мой сын? Где мой сын? Я к тебе подхожу и говорю: эй, ты опоздала на 10 лет. Понятно. Ну,
собираюсь по домам пойти. Во сколько вы собираетесь утром вставать? 8:30. 7:30. 7:30. А, да, 8:30. А вы с кем идете вдвоем? 8. Нет, давай. Мы к Лашухину пойдем. А он за вами зайдет или вы за ним зайдете? Мы за ним. Вы за ним. Он зайдете. Говорит, что он за нами или мы за ним. Он еще не знает, может. Мы еще встретимся, наверное. А вы с собой еще кого-нибудь будете из пацанов брать? Да? Кого-нибудь еще будете брать? Нет. Он помирился с Ромой или нет? Нет. Так. У меня вопросы закончились. Интервью закончено. Согласны? Вопросы кончились. Ты головы выдумываешь. Нет, ты думаешь, так легко вопросы выдумываешь? Ну, блин! Ладно. Сейчас придумаю. Твой любимый напиток? Вода. Вода? Твой. Жажду удалять. Кола. Я уже не знаю, что Кирилл придумает. Из напитков? Давайте я вам оставлю телефон, тут идет видеозапись. Расскажите какую-нибудь смешную историю, какую-нибудь страшную историю. Вот оно все записано, а я пойду, а вы рассказывайте. Согласны? Да. По очереди, да? Тут телефон не трогайте, видео уже идет. Кирилл, ты куда? Свет выключи, чтобы вообще страшно было. Нет, включи, Кирилл. Четкости. Да телефон-то видео записывается, оно не будет вас видно. Смысл-то тогда? Включай тот свет белый тоже. Кирилл, включи свет белый, реально. А что, если мы это включим, а этот выключим? Да не надо, оставьте. Чем больше света, тем лучше. Ну, нормально, ладно. Вот видео идет сейчас, минуты. Сидите, рассказывайте, ладно? Вначале расскажи, Кирилл, ты страшную историю, Вань, потом ты. Потом смешную, ты, потом ты. Согласны? Ага. Все, давайте. Да, видео можно, идет. Можно я первый? Я знаю историю вообще хорошо. Я первый. Нет, я первый. Это случилось со мной вчера. Я прихожу домой, и как вдруг я забыл. Я забыл помыть руки. Да ты. Страшно, ну. А это какая? Жопа страшно, что ли? Так, надо хотя бы длинненький рассказик, что ли. А, хотите шутку? Жила-была шутка. Шуточка. И у нее была, подружечка, анекдотик. Так, сейчас я вспомню историю. Покажу. Сейчас двинься, гей-гей. А Кирилл трах. Ванёк уже матерился. Когда? Прям сейчас. Я сказал, трахал. Я хлопаю вообще ладошки. Так ты только сейчас сказал. Вот ты сейчас тоже матернулся. Что я сказал? Сука. Я сказал с. Сука. С. Угу. Я мат не сказала, а ты сказал. Ладочка, пьешь, как маленький мальчик. Не бойся, язычок. Не обожгешь. Я знаю историю гробовщика. Она пипец какая длинная. Давай. Серьезно. Я как рукожоп. Ты да. Короче. Короче, я могу спеть песню. Хотите? О, нет, вырубай. 20 тысяч за тест.